Тема 688. Свадебные штампы. Творчество художников востребовано, но их самих, работающих традиционным способом, слишком много. Вот если соединить творчество, прикладное применение и современные технологии, может получиться популярный продукт, который будет вне конкуренции. Одна французская художница придумала делать свадебные штампы. Она берет, вернее, ей присылают по e-mail, фотографии клиентов. Карандашом, тушью или непосредственно графическим планшетом создает из них общую композицию. По желанию заказчика художница добавляет имена и дату свадьбы. И делает на основе этого изображения штамп, как делаются такие штампы, расскажу ниже. Квадратный штамп без ручки она продает за $80. Округлый с деревянной ручкой – за $95. Это оригинальный атрибут для любой современной свадьбы. Подобным штампом подписываются все свадебные бумажки, например, приглашения. К тому же он остается на память, как и свадебный альбом. С точки зрения молодоженов, это не только художественный совместный портрет, но портрет, который можно множить в любом количестве, а не заказывать каждый раз, как захочется. Причем, штампы эти сделаны по самой современной технологии, а не ТН-краска наполненные. Их не нужно каждый раз макать в чернильную подушечку, чтобы получить отпечаток. Они сделаны из особой микропористой резины и по специальной технологии, которая сама впитывает специальную краску. Зарядить их этой краской очень просто, нужно просто разместить на чернильной подушечке на несколько часов. После этого с его помощью можно получить до 7000 отпечатков без дополнительного макания в чернила. Кроме того, после полного использования краски штамп опять можно таким же образом подзарядить и использовать снова, без ухудшения качества отпечатка. Но наша художница отправляет клиентам штампы, уже заполненные краской. Поэтому им вообще не нужно беспокоиться о краске. И, конечно, покупателям получить такой штамп интереснее, чем традиционный. Ведь он уже готов к употреблению, им можно пользоваться и пользоваться, пока не отгуляет свадьба, и даже много дольше. И художница делает не только свадебные печати, но и семейные, с большим количеством лиц, до 6. Штамп из 4 лиц стоит $120, из 6 лиц – $195. И за 8 лет торговли на Etsy художница продала уже более 4000 подобных штампов, со своей страницы etsy.com/shop/lilimandrilchairaparentesis. Но суть не в Etsy. Не каждый организатор свадьбы пойдет на Etsy за подобным новшеством. Но каждый организатор свадьбы в любом городе хочет предложить молодоженам нечто оригинальное, чего нет ни у кого. А тут вы, со своей идеей изготовления оригинального индивидуального свадебного штампа. Технология изготовления. 1. Изготавливают такие штампы из особой резины на специальном оборудовании, которые называются флеш-машиной, или флеш-установки, или флеш-системы. Стоят такие аппараты от 9000 рублей на AliExpress, правда, за доставку придется заплатить примерно 7000 рублей, до 37-55 тысяч рублей у некоторых российских продавцов и достигают суммы 100 тысяч рублей. Все машинки различаются характеристиками и надежностью, поэтому и цена такая разная. 2. Из оборудования потребуется еще лазерный принтер, для вывода изображения будущей печати, оригинал макета, на специальную пленку. 3.
Потребуется еще оснастка для печати, сам корпус штампа и микропористая резина, и специальные чернила. 4. Подробная технология изготовления красконаполняемых печатей неплохо описана здесь, ga.jl/rdmei. Этот же сайт, печати guionlube.ru, предложит вам необходимое оборудование и материалы для освоения этой технологии. 5. Я нашла видео, которое показывает, как делаются подобные штампы, на примере создания экслибриса. На весь процесс уходит несколько минут. И эту работу легко и безопасно можно делать дома, установка не шумит и не портит воздух. Ну, разве не мечта? Живешь на свежем воздухе, каждый день видишь восход и закат солнца, гуляешь по берегу реки, хочешь, в одиночестве, а хочешь, с мужем. И не думаешь о выживании. Потому что дома у тебя стоит волшебная машинка, печатающая уникальный товар, который у тебя заказывают со всего мира. По-моему, неплохой домашний творческий бизнес. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.